Ну что, как ты меня представишь? Это Газ. Я могла бы трахаться с кем угодно, а трахаюсь с ним. А я скажу: привет, я Газ. Она трахается только со мной. Автор сценария Джада Падоу. Привет, я Микки, и я сексоголик. Привет, Микки. Мне нравится один парень, и я стараюсь не торопить отношения. Я сказала Газу, что год не хочу ни с кем встречаться, а потом мы трахнулись в машине. Ты ведь сексоголик. Это плохо? Я прям как твоя мама, даю тебе советы, лежа в постели. Никакого секса. Сериал от Netflix. Вы с ней давно знакомы? Она ведь непростой человек. Так и есть. Как только я подумаю, что начал ее понимать, она что-нибудь эдакое выкидывает. Смотри! Господи боже! А мне это даже нравится. История о всех взлетах и падениях. А тут у нас грибочки. Нет, нет, нет. Ты офигел? Зачем я это сделал? Я теперь умру. Нет, зато оттопыришься нехило. Класс. Любви. Я каждый день боюсь испортить с ним отношения. А если я сорвусь? Если опять облажаюсь? Может быть. А может, Газ затупит и сам все испортит? Я уважаю полицию! Очень уважаю! О, господи, Газ, ты живой? А может, никто не облажается, и вы будете жить долго и счастливо. Любовь. Прости, что разбила хрусталь. Я куплю новую вазу. Она стоит $2000. Тогда давай сделаем вид, что ничего не было. Может, никто не заметит. Я так всю жизнь и живу. Новый сезон 10 марта.